Ну все, дружище, давай-ка возвращаться на корабль. Оу, стоп, машина. Чё? У красавчика Чарли появилось тут еще одно небольшое дельце. Умею ли я? Эй, дай четвертак. Зачем? Хочу узнать будущее. Поехали. Рассказывай, что меня ждет. Я про сына своего хочу спросить. Он, у него все хорошо будет? Как у него сложится жизнь? Ну, на рыбу похоже. Смерть? Это как? Что это значит? Это как понимать? Какого черта, а? Отойди. Дай мне попробовать. Да ну. А силёнок хватит? Драки? А то. Дай четвертак. Тогда открой счет. Пробую. Have a nice day. Эй, Чак, нам на корабль пора. А то окажемся за бортом. Погоди, хочу еще один вопрос задать. Слушай, нам правда пора. Во второй грузи! В трюм номер два! В карцер! Пусть
там посидит! За хрень! Чарли, как отдыхается? Да выпустите меня отсюда! Что там творится? Вроде самолет и выстрелы. Я тоже. Я еще видел труп. Что? В лазарете. Что-то не так. Давай выбираться. Что это было? Эй, Чарли, сюда! Это безумие. Да.
Господи, еще покойник. Кому-то повезло. Слушай, хочу спросить, ты сейчас не чувствуешь ничего странного? Я, по-твоему, люблю потрепаться о своих чувствах? Ха, ты похож на... Эй, Чак, видишь там пацана? Нет. Ты в порядке? Чарли, иди сюда! Иди сюда. Только не это. Чарли! Won't you spare me over till another year?
Это вы. Приветствую. В моем хранилище. Я хранитель. Хранитель историй. История о любви и злобе, жадности и красоте, жизни и смерти. Таких историй, как эта. Я здесь, чтобы записать то, что вы расскажете. Эта история еще не дописана, и ваши действия определят ее финал. Вам решать, будут ли жить те, с кем вы столкнетесь, или же их жизни угаснут. Безвременно. Мы принимаем решения, руководствуясь своим моральным компасом. И с этими решениями мы живем или умираем из-за них. Но не стоит бояться смерти, она ведь неизбежна. Такова плата за прожитую жизнь. Рано или поздно ее отдает каждый. Но никому не хочется платить раньше срока, правда? Как и в жизни, у действий будут последствия. Ваш выбор непременно будет влиять на других. Я буду наблюдать за вашими успехами. Не вмешиваться нет, но если попросите, смогу давать вам подсказки. Первую дарю. В этом мире есть картины, которые покажут вам возможное будущее. Сумейте найти и изучить их, и они помогут вам принять лучшее решение. Или, точнее, решение, которое приведет к нужному вам результату. Я прощаюсь, но скоро мы встретимся снова. У нас будет возможность обсудить ваши выдающиеся достижения или ошибки, которые вы совершите. Думаешь, хватит? Если не хватит, вызовем подкрепление. Слушай, я там еще ни разу не был. Черт. В океане. Не нырял. Ты мог бы показать, как это делается? Ты серьезно? Ну, да. В смысле, ты серьезно не взял ни одного урока по дайвингу? В общем, да. Как-то... Чего? Неловко было учиться одному. А ждать, что я тебя буду везде за ручку водить, нормально? Эй, ты чё? Ты хоть знаешь, сколько эта камера стоит? Брата, полегче. Что? Джулия и Конрад, они, ну это, как сказать, капец богатые. И? Париться из-за мелочей не круто. Не хочу жалеть, что взял тебя. Слушай, ты же знаешь, я тяжело с людьми схожусь. Все, ладно, проехали. Тебе надо расслабиться. Да перестань. Что бы ни происходило, соглашайся. Стой. Поверь мне, я хочу, чтобы ты отдохнул. Ладно, а если меня начнут разводить на всякое? Пробежаться голышом? Это метафора. Доверься мне. Так, амиго, встречай кавалерию. Круто. Извини, что сорвался, просто... Учеба в меди – сплошной стресс. Да неужели? И еще мы давно не виделись с Джулией. Сам понимаешь.
Две недели — это давно? Ха, да. Кто б сомневался. Что? Конрад боится, что пива не хватит. А, это, пожалуй, лучше куда-нибудь припрятать. Точно. Эй, слушай, можно тебя кое о чем спросить? Что такое? Да просто... Я тут пытаюсь принять одно важное решение. Не бросить ли мединститут? Нет, но... Ну, это тоже очень важный вопрос, понимаешь? Сложно сделать правильный выбор. Слушай, сердце, любишь? Вперед! Привет! Пардон. Конни, это Алекс. Привет. Чё, как? Конрад. Берегись, сестренка. Здесь дамский угодник. Рад встрече, Конрад. Это, кстати, Брэд. Братишка. Привет. Брэдли! Мы будто знакомы, я столько о тебе слышала. Ну да, аналогично. Скучал? Чувак, давай по пиву, что ли? Каждую секунду. Ха. Прошло слишком много секунд, ковбой. Девушка. Да. Круто. Супер. Я люблю пиво. У тебя снаряга была лучше. Прости, малыш. Очень слабая. Ты, Брэд, птица высокого помета. Это Кливер. Не занудствуй. Раньше уже погружался? Вообще нет. Сегодня я впервые нырну. Первый раз? Круто! Эй, это будет не больно. Обещаю. Я буду нежен. И где капитан этого корыта? Предложила бы вам располагаться как дома, но вижу... Все на борту и готовы отправляться в море? Ну, если ты предлагаешь... Держи в себе. Ты, может, хочешь прилечь? Да. Пожалуй, надо бы. Да уж. Посмотрим, что там есть. Может быть, вот здесь? Далековато от курса. Я думал про запасные точки, если на камере ничего не окажется. Я раньше не слышала про рэк, который вы ищете. Обычно в таких местах полно дайверов. Да. Этот не такой. Просто если будет поздно, можете в других местах погрузиться. Я знаю крутые точки. Брэд был так уверен, что это здесь. Так-то да. Шансы найти иголку в стоге сена не слишком велики. Пойду помогу Конраду и Джулии с камерой. Что у вас? Вы только полюбуйтесь. Выходит, Брэд все правильно рассчитал. Я в нем и не сомневался. Он молодец. Здорово помог. Флис, мы нашли самолет! Да? Да, времен Второй мировой. Мы готовы нырять.
По правилам, мы должны сообщить о нем портовым властям. Он не зарегистрирован. Ага, по правилам. Точно не хотите сделать все по закону? Слушай, просто скажем потом, что ныряли и нашли его. Какая разница? Полагается. Мы что, в детском саду? Я предупредила. Да если мы просто посмотрим, кто узнает? Ладно, только давайте быстро. И ничего там не трогайте. А что, не дождусь, когда можно будет нырнуть. Я буду первой, представляете? Еще немного, и можно будет вас запускать. Я подготовлю баллоны. Парни осмотрят снаряжение. Ты проверь камеру, вдруг увидишь что-то полезное. Окей. Эй, проверь, как там твой брат? А это похоже на вход. Ребята, баллоны уже готовы. Чё как? Как дела? Извини, это пиво меня подкосило. Эй, всё это часть приключения. Извини, что путаюсь под ногами. Да ладно тебе. Эту поездку не так просто испортить. Отдохни пока. Вылезай, как полегчает. Так, в общем, это ребризер. Он гораздо круче обычного акваланга. Он берет весь углекислый газ, который ты обычно выдыхаешь в воду, и быстро рециркулирует его. И он снижает время декомпрессии при подъеме. Классная штука! Итак, кислород проверила. Эй, полегче, торопыга, сперва кислород проверь. Спасибо за помощь. Ну ладно, рыбки, ныряйте, а я посмотрю, чем занята Флис. Веди себя хорошо. Капитан, вам сорвать не нужен? Если что, я рядом. А ты никак не сдаешься, да? А не ныряй. Ты с камерой? Я за главного. Давай сначала сфоткаемся. Скоро мы будем вдвоем. Повезло так повезло. Все, детишки, можно нырять. Только не забывайте о правилах, пожалуйста. Может, включим ее сегодня ночью, когда будем погружение праздновать? А ты свою палку возьмешь? Моя палка буквально пронзит палубу. Жалко, что Флис зануда. Она думает, мы будем грабить самолет? Эй, сувенир, это круто. Из-за одной вещицы никто не пострадает. Я никому не скажу. Ну, вряд ли Рек проверяют каждый день. Вон, силуэт. Это он. Ух ты! А он гораздо больше, чем я думала. Черт. Еще и нетронутый. Это же охренеть, какая находка! Давай поплаваем, поищем вход. Ну, капитан, как насчет пьем-то со Старпомом? С кем? С каких пор ты Старпом? Молотком? Нет. Пылкий юнга? Все равно нет. Твой щедрый красавчик-клиент просит тебя составить ему компанию за бутылочкой ледяного пива.
Ладно, давай. Красивый у тебя корабль. Где деньги взяла? Ты в курсе, что невежливо спрашивать девушку о деньгах? Есть такое. Я просто сам подумывал яхту купить. Думал, может, ты расскажешь мне что да как. Если что, буду счастлива помочь тебе расстаться с любыми суммами. Знаешь что, я лучше позабочусь, чтобы Дюк оф Милан вел себя хорошо. Да, капитан. Погода ясная. Надо приглядывать за облаками. О-оу, становится довольно людно. Ну чё, как дела? Следи за погружением, я осмотрю яхту. Как прикажете. Я серьезно. Это тебе не шуточки, Конрад. Или делай нормально, или не берись. О, ладно. Я понял. Серьезно. Конечно, наслаждайся отдыхом. Уже? Она меня бесит. Зачем я их тут держу? Привет, маленькая метка. Какими ветрами тебя принесло? Ого, какой необычный рэк. Теперь не влипнуть бы в неприятности.
Джулия, это Дюк. Алекс, это Дюк. У нас непрошенные гости. Не дергайся. И не говори, что у нас внизу дайверы. Как думаешь, что им надо? Может, это рыбаки? Может, это их буй? Не знаю. Лучше будь начеку. Чем нужно? Рыбаки, судя по лодке. Эй, туда нельзя! Вы что вообще делаете? Нам лодку повредили, видели? Посмотрите. Мы можем это легко уладить, не волнуйся. Что скажешь, баксов 10 хватит? О, понял, виноват. Пусть будет 20. Ай, ну блин, хочешь сказать 30? Можно и 30? Вижу, с вами не поторгуешься. Лады, вот, держите. Я иду ва-банк. Пролезем здесь. Эй, осторожно. Тут опасно. А пропустишь даму? Минутку, я хочу сказать. Офигеть, Алекс, ну мы крутые. Мы это сделали. Мечта сбылась. Ну все, не будем тратить время. Вперед, к открытиям. Джулия, стой. Тебе придется снять всю снарягу. Не надо. Там очень тесно. А вдруг ты застрянешь без ребризера? Может, это и правда опасно. Посмотри. Бомбодержатели переделали под шлюпки. Одной шлюпки не хватает. Кто-то уплыл. Посмотрим, что еще тут осталось. О, боже! Он что-то держит. Ого. Какого черта тут случилось? Мне кажется, они знали, что им конец.
Ты слышал? Давай проверим. Пойдешь первый? Кусок дерьма. Океан стал мокрее. Не самый плохой исход. О. Пилот и второй пилот. Наверное. В авиакатастрофе мне бы умереть не хотелось. Осторожней, он уже очень давно тут лежит. Да-да-да. Джулия! Боже! Эй, ничего больше не трогай, прошу! Он что-то держит. Он что-то держит. Следы пуль по всему фюзеляжу. Брэд обалдеет, когда это увидит. Надо отсюда выбираться. Срочно! Темнопёрая серая акула. Мы ей не интересны. Поплыли. Постой. Ладно. Думал, это подходящий момент. Но не был в этом до конца уверен. Но и откладывать не хочу. Ух ты! Всё-таки... О! Под водой так и не поймёшь, но я на коленях. Ага. Джулия... Выйдешь за меня? Прикалываешься? Что? Ну, типа тут скрытая камера под водой. Все, выходите уже, вас раскрыли. Джулия, я серьезно. Алекс, вау. Прямо сказка какая-то.
С каким концом? Да, да, конечно, я за тебя выйду. Ну что, прекрасный принц, может, настала пора выбираться из этой жуткой ловушки? Лиз, говорит Джулия, мы поднимаемся, ждите. Эй, откуда там другая лодка? Стой, Джулия, плановая декомпрессия. Эй! Черт! Что за хрень? Нам надо подниматься! Стой! Плановая декомпрессия! Черт! Ну ладно. Без нее нельзя. Господи, как же это долго! Просто пытка! Еще несколько секунд. Все, можно! Давай, давай! Что там у вас творится? Что здесь такое? Ничего такого. Все уже нормально. Произошел небольшой случай с нашим барбекю. Боже, а мы думали, яхта взорвалась. А что там за лодка была? Рыбаки проплывали мимо и зацепились за трос. Неважно. Пустяки, вы лучше скажите, что-нибудь нашли? Ну, мы нашли самолет. И он гигантский. Там столько всего. Господи, хватит! Вы можете все на секунду заткнуться? Охренеть! А ну, братан, поздравляю! Это круто! Сейчас будем праздновать. Знакомитесь с нашими искателями приключений. Алекс и его младший брат Брэд плавают с крупной рыбой. Как бы их тут не сожрали. И Джулия – любовь всей жизни Алекса. А он ее любовь. А Конрад – храбрый парень, не так ли? Или, может быть, самоуверенный? А вот и капитан Флейс. Сильная, решительная, упрямая. Похоже, на нее не действуют чары Конрада. По крайней мере, пока. Будьте уверены, вы помогли им принять решение, которое их еще порадует? Прекрасно.